Опять звонит коллектор. Алло. Здравствуйте, Тамара Степановна? Здравствуйте. Нет, это ее юрист. Юрист? Я звоню по поводу долга Тамары Степановны в размере 152 302 рубля. Она собирается их отдавать? Так, ну вы для начала представьтесь. Светлана Александровна Кручинина, если вам так легче. Нет, мне так не легче. Вы еще скажите, из какой организации вы звоните? Название, ИНН. Давайте так. Тамаре Степановне передайте, что сегодня нужно оплатить долг в размере 5000, иначе мы приедем к ней домой описывать имущество. Давайте так. Во-первых, Тамара Степановна проходит банкротство. И сейчас вы не имеете права ей вообще звонить. А во-вторых, откуда у вас такие полномочия появились описывать имущество? Как это нет полномочий? Мы работаем в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Может, еще и статью и закон назовете, в рамках которого вы работаете? Ой, вас очень плохо слышно. Секундочку, я сейчас вам перезвоню. Да-да, плохо слышно.